Сегодня у нас 2 июля. Я решил... Сегодня Вознесение, я ничего не решил. Вознесение Господне. Сейчас я иду к Саше, а потом доберусь к церкви. Это у нас кот Бонифаций. Отдыхает и спит. Я хочу сказать, в первую очередь, поздравить вас с праздником Вознесения Господнего. Это я вовремя вышел. Говорят, трудиться нельзя. А как на ваш взгляд? Все-таки трудиться надо? Работать всегда нужно. Можно и вообще все. Естественно. Без работы жить, без работы жить нельзя. Да. Все для детей? Это лучше. А что вы пожелаете им? Счастье, и мыру желаю. Мир. В первую очередь? Ага. Это мод. Я ничего не знаю. Вы помните свой первый, как это называется, каникулы в первом классе? Не-не-не. Ну, так было давно. Ну, в пионерлагерь вы ездили? Нет, не раз. А где проводили лето? На огороде. Загар был какой? Максимальный. Максимальный. А платили, вы зарабатывали за лето? Не, я работал бесплатно. Безвозмездно? Для удовольствия. Ага. Не, ну все равно была какая-то отработка. Жена говорила, что их возили, выставляли, это было хорошее время. Конечно, было. На поле тоже работали. Бесплатно. Не, давали деньги, извините, я не говорю, зарабатывала на книги даже. Не знаю. Ну, у нас такого уже не было. Обидно. И все равно, пожелайте еще разочек, поздравьте и скажите им хорошее слово. Сейчас и удачи, если по самому лучше. Спасибо большое. Сегодня, говорят, надо помыться, ой, принять ванну в реке и, как называется, тогда будешь здоров. Займемся. Того же. Спасибо большое. А может быть, это добровольное дело или все-таки организация? Добровольное. Так, ну чтобы детям было хорошо. Это наше будущее. Попадаешь на хорошее. Да. Сегодня я пришел в Свято-Никольский монастырь. Праздник Вознесения Господнего. Идем дальше. Ну, не мог я пройти мимо Харли Дэвидсона. Здоровья, удачи и всех с праздником. Я хочу вам пожелать здоровья, удачи, ни гвоздя, ни жезла, чтобы байкерский, как это называется, сезон продолжался и продолжался, чтобы у нас был мир. Пожелайте в такой день. Взаимно. С праздником проходим день друзей. Чтобы мира всем побыстрее. Можно дать личный вопрос. Вы помните свою первую чашечку кофе с сигаретой? Давно это было. Здоровья, удачи. Сигареты были раньше. Сигарета. Здоровья. Я все еще в Свято-Никольском женском монастыре.